Всем привет, с вами Кирилл, сегодня мы играем в какой-то СССР, какой-то горящие окна или что. Ну, давайте начинать. Нагрузка. Анатолий Плюшевский, 30 лет, инженер, возвращается домой с завода. Ага. Ничего. То есть это наша квартира? Так, смотрите. Какой-то лифт. Он, наверное, не работает. О, лифт работает. Кстати, лифт-то даже не сломанный, не обосранный, не обосранный. Ой. И куда нам ехать? Например, на 9-й. А я тут не застряну? Па! Что, настоящий не видим? Этаж 8-й. Так, ой. Так, что это? Да, уже все хламом забили. Ну, конечно, тут же все хламом. Так, что это такое? Понятно. Закрыто. О. Толя, ты как всегда не слышишь, что тебе говорят. Сегодня я в ночную смену с Светком в санчасти легла. Буду пахать за двоих. Ключи у Клавдии Морковны. Квартира справа 69. Да, я и сложу куда-нибудь свои папки в спальне чуть клей. Ага. А как выйти? Ага, 67. Вот 67. Клавдия Марковна. Клавдия Марковна, это Анатолий. Я по поводу ключей. Открывай, ДФСБ. Это военкомат. У вас что там? Рай? И вам доброго вечера. Да, почему-то тут никого, никто ничего, никто никого не любит. Ладно. Так, а я ничего не поняла, что я... А, во. Наконец-то я дома. Так, включаем свет, а то что мы в темноте-то сидим? О, у меня отражаемся. Ну сейчас что, 1980. Так, о! О, какая комната! Вот в этом мне и нравится СССР. Так, открываем дверку. О, травка, это что, трусы? Наверное. Ладно, что еще тут делать? Ладно, потом. О! Да, ну и вонь. Да, наверное, вонь тут большая. О, супик. Можно суп возьму? Не, нельзя. Что, нужно разжечь или что сделать? Нафиг мне спички нужны. Я не собираюсь этот... Ой, это что с ними? Там забагались. Ладно. Ладно. Что мне делать-то? Фу, блин. Война предмет, теперь найдите, куда его поменять. Не, ну я как будто не знаю, куда мусор-то девать. Неправда, я правда не знаю. Сюда? Не. А, понял куда. Сюда. О.
тоже. Такие звуки есть. А куда ведро-то делось? Мы что, вместе с ведром выкинули? Ага, я в лифте родился, потому что я не закрываю двери за собой. Так, теперь что делать? Можно взять опять? Ладно, закрою пока. А что у нас здесь? Это что, хлеб? Ладно, закрою. Это что? О. Ну, здесь ничего нет. Чайники. Что такое? Странная штука. Ну, тут какой-то борщ, что ли, его нельзя брать? Ну, нельзя, так и нельзя. А тут что такое, тряпка какая-то висит. Газ ощущает. Окунает проблемы сельского воспитания. Ну так. Подзика. Подожди, что тут была какая-то смс-очка. О. На кой черт такой лейкой цветы поливать? Ага. Так, а что у нас здесь внизу? Надо еще что-то искать. О, кстати. Что-то за пластинки. Ну, их нельзя брать. Может, их надо полить? О, кстати, тапочки. Нет, нельзя. Я туплю. Нет. Я тупой, я не понимаю, что делать. Ой, можно что-то купить. Я не экономлю, я сразу все. Сейчас. Щелчка. Что это такое? Надо вытереть, пока не засохло. Так, кстати, а мы же видели вот тряпочку. Пошлите, поищем тряпочку. Это же вот эта тряпочка нам нужна. Ага. Теперь ее что, замочить надо или что? Так, а что? Ну ладно, пойдем вытянем так. Это туалет, да? Я уже по окошку понял. Что это туалет? А, ну да, это туалет. А где выключатель? А вот он. Так, и вот что, надо мочить ее? Так, а где раковина? А где этот? А, о. Что я делаю? Я тряпку мочу? Ой, я правильно угадал, ее надо его замочить. Сюда бы раствор какой-нибудь, спиртовой. Кстати, спиртовой, да-да-да, мы же где-то видели этот спирт. Почему я темный? Мы что ли здесь, что ли, видели спирт, я не помню. Надеюсь, жена не заметит. А, не заметит. Изделие тебе даст, хотя ты, хотя она не поймет, что ты ее не бить собирался, а вытирать. Так, вроде нормально. Пожалуй, уберу в сервант. Так, вот в этот сервант. Так, что это такое-то вообще? Папка для бумаг. А там маленькие буковки, я не могу понять. Или в этот сервант. Сюда, куда? Сюда положить? Ага. Надеюсь, тут мои труды никому не помешают. Список задач. Лечь спать. А, сюда лечь? Пора спать идти. Надо хоть застелить. А как я тебя застелю?
Подожди, я на стул показал. А, только разделся. А, тапочки одеть? Закрыть. О! Погоди, ярник. Все, спать можно? Вот теперь можно и поспать. Я уже не знаю, сколько снимаю. Ну, дома минут 10, минут 5. Даже больше. Видео идти будет полчаса где-то минимум. Я буду проходить ее. Ага, загрузка идет. Так, Виктор Ревчук, 35 лет, младший лейтенант. Лейтенант смотрит телевизор. В общем-то, надо сказать, что с ускорением разворачивается процесс оснащения милиции современной оперативной криминалистической техникой. Однако это может оказаться просто пустой тратой валюты, если наш законодатель будет продолжать упорствовать и не признавать в судах доказательства, добытые при помощи технических средств, кинопленки, видео и магнитофонной записи. Не грех присяд, мы делаем из... Заткнись. Так, а что делать? Сесть и подписать письмо. А какое письмо-то? На улице тьма. Книги всякие. Что, пожрать надо? Подобрали предмет. О, кстати, вот оно письмо-то. Дорогая Маша. Что мне делать-то с этим письмом-то? А зачем я пью? Я же можно было не брать было. О, зачем я взял? Так-то лучше. Тамара Плюшевская, 27 лет. Зав складом ТЭЦ. Приводит квартиру в порядок. Так, что мне здесь надо? Посуду? Надо грязную посуду собрать. Чё, собирай, чё делать-то? Сейчас посуду заделать. Взял я тряпку, чё. Ладно, говоря. А, это наша жена, которая мы тут. Вливаем. Все, полили. Можно теперь обратно положить. Как выбросить? Это тоже? Этот я вчера поняла. Это тоже надо положить. Так, а какой еще-то я не положил? На улице, что ли, который еще может? Еще на улице какой-то стоит? Не знаю. Больше я вроде... Первый день обратно. Нет, еще где-то поливать надо. Где еще-то поливать надо? Вроде здесь нету. А, кухня еще была.
Это где-то прочитала, что можно раз в месяц его поливать. Ага, список задач обновлю. Как мне её-то помыть? А, понятно. Нет, это что-то недостаточно. Вроде бутылка закрыта. Ага. Можно было сразу брать? Нет, нельзя. Хоп. То этого тоже недостаточно. Что еще это нужно? Что, хоп, еще один? Что, холодильник? Вы знаете, что уже и раньше в Москве было много практических результатов по внедрению вашей миссии. Была получена государственная премия за работу в области. Использование вашей техники для микрофлакс, проделывание ответственности. Этого недостаточно. Что еще там? Дальше мы-то. Ну а наконец, в этой селекции мы выходим на такую стоянку. Так, где еще посуда грязная? Почти в других комнатах стоит. А, ну да. Ну, конечно. До кухни-то два шага сложно сделать. Подожди, два шага. Раз, два. Нет, что, вообще, что ли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И вот десять. Нет, десять шагов тоже. Где сода была? Вот, вот, хочу сказать, где-то была. А где я вам соду возьму? Где сода? Дайте мне соду. Не тут сода? А, вот она сода. Дальше включаем воду. И моем посуду. Тряпку бы. Так, список задач обновлен. Развесить белье. А белье у нас, как обычно, наверное, в стиральной машинке. Оп, включаем свет. Так. Вот. Это на балкон? Так, это на балкон. Это надо на балкон. Тащим это на балкон. Развесить это все надо на белье. Так, а как это развесить? Как это развешивать? А. Физика. Вроде дождя не намечается. Ага. Ну какое? Причем мне делать дальше? Я так рано никого не жду. Закрывайся, дверь. А кто, интересно, придет, пришел? И кто же это был? Опять дети? А. Что это? Дорогая Тамара Ивановна, не умолят, что вы работаете в нашем коллективе. Мы глазами выходим на работу с радостью. Это еще что такое? Надо от Толи спрятать. Куда его прятать? Спрятать куда-нибудь подарок. Давайте возле сюда. Возле плиты в нижний ящик можно. Туда он точно не сунется. О, возле плиты... Нижний ящик. Тайного почитателя мне еще не хватало. Тайного почитателя не хватало бы. А что мне делать? Ой. А, ой, все. О, господи. Анатолий Плюшевский, 30 лет, инженер, заканчивает ремонт в комнате. Ага, это то же время. Начали. Вот бы тоже сейчас улететь на море. Ага, я бы тоже улетел на море.
Думаю, Тамара на кухне записку оставила. Ну, поди. Доброе утро, Толя. Решили все-таки бумажки оставлять, а то опять забудешь. В комнате надо делать все, что ты не успел повесить по полку. Достабла, жди к умру. Чего? А, к утру, господи. Работу. За работу, давайте пошли на работу. Вот в эту комнату. Так, развешать полки, да? Где эти полки? Что мне делать? О, пылесос. Неплохо бы клей развести. А с чем развести клей? Воду налить? Я сейчас попытаюсь воду налить, чтобы повесить полки. Ага. Ты, блин. Чем воду? Так, блин. Так ведь клей нужен. А где клей лежит? Где клей-то? А, вот он. Почему такие медленные? Так. Ага, все, клей мы развели. Ага, клей развели. Можно клеить? Можно клеить. А что клеить? А, вот. Берем и клеим. Угу, наклеили. Одной заботой меньше. А, прибить полку над столом. Клеить обои. Где они еще не заклеены. А, доклеить. А. Перевести, повесить люстру. Так, а сначала как мне прибить полку? А, для начала надо гвозди забить. Ага, берем это молоток. Где гвозди? А, вот они. И куда их бить? А куда бить-то? В какую сторону-то бить полку-то? В туалете надо повесить. Нет. Я не пойму, где ее бить-то, эту полку-то? Я не знаю, где полку прибивать. А где ее бить-то? Где полку бить? Я сейчас эту полку раздам, блин, нафиг. Ой, господи, испугался. Так, где, куда полку бить? Куда палку бить? Куда палку брать? Куда бить палку? Что, на это залезать? Да не, нифига. Где, куда ее бить? Куда ее бить? Че, я тупее, я тупой. Что, мимими, время поспать? Я, короче, забиваю. Да и в Ютубе-то я ничего не могу найти. А, ой, господи. Сюда. Потом что, полку брать? А-а-а! Вроде ровно. А-а-а. Ура. Ай. Или не очень. Ну, да. Люстра. Люстра в кладовке. А где кладовка? Где кладовка-то? Я не знаю, где кладовка. Где кладовка? Кладовка-то это вот это? Ключи где-то в серванте были. Да, блин, а раньше нельзя было.
где? А, во. Открываем. Берем и уходим. Да! А. А когда я иду-то? Так, вот сюда я уже так знаю. Так, ну все. А. Подожди, надо же ее как-то. Что дальше делать? Лампочку ставить? А, да, лампочку надо на лампочке взять. Ой. Я сам додумался, что надо их в серванте брать, хотя их там даже и не видел. Так, а что дальше? Чего? Теперь можно проверить. Сейчас током шибанет. Да! Да будет свет. Прибить пол над столом. Прибить полку. Да ты дурак, что ли, я ж прибил. Нормально. Просто из позора. Что это за звук? С балкона, кажется. С балкона. И это дети, наверное, камушки кидают. Я им сейчас уши оторву. Если они мне стекло разбили. Скотины. Как же это так? Кого-ка, а? Дурная примета. Тамара расстроится. Да блин, а почему голубь дебильный мог нормально хоть летать-то, что ли? Дебил. Тамара Плюшевская. Ну, общается с работой. 16:20. Да, как будто иду такая. Ой, господи, что за дебил? Что мне собаки лают? Открывай лифт. Оп. Все, закрываем дверки. Едем на какой-то там этаж. Вот, на... Вот. Едем на 8-й этаж. Открывайся дверка. Так, а этого-то нету? Нет. А почему сервант-то не тут? Ну что, тут все нормально? Проверить успеваемость на один. Подумал, это голубь, а это тапки оказались. А какую проверить успеваемость на день? Опять вот. Кровать не заправлена. Ах ты ж тварь. А это что за бумажка? Какая бумажка? Приехал заводский бронсан. Она еще и курит. Заправить кровать, наведать все в гаражах. Значит, нам нужно идти в гараж? Ну, ладно. Да, был человек и нет. Я бы так сказал. Так, а что делать-то? Навидать все в гаражах. Это значит, мне в гараже на улице надо?
Понятно. Пустовато. Горячей нет. Сколько можно? Поэтиста успеваемость Надя. Так, ладно. Потому что, наверное, я дверь не закрыл. А, закрыл. Теперь... Что это значит? Навидаться в гаражах и проверить успеваемость. Сделайте из этого какую-нибудь мелодию. Вот я вам ноту сделаю. И второе. Попробуйте с нарезкой это сделать. Так. Какие-то картины. Придется обзор посмотреть. А, не знаю, что делать. Знаешь, я как понял, у нас есть... Что такое? Дневник. Понедельник я забыл. О, понятно. 3, 2, 4... Ну, хоть трудится. 3, 2... По геометрии. Блин, вот он, блин. Что за ребенок? Стыдоба. А, так вот что ты успеваемость на один. Добрый день, Тамара Ивановна. С кем говорю? У меня к вам очень деликатный разговор, не телефонный. Уделите мне немного времени. Для начала представьтесь. Вы меня знаете. Это очень важный разговор. А когда вам удобнее встретиться? Звонки домой? Что дебил звонит? Пойду лучше проверю гараж, кстати. Что такое-то? Без ключа я в гараж не попаду. А где ключ-то лежит? В серванте? Опять. Ждем лифт. Лифт приехал, закрываем двери. Идем вниз. Ну все, спасибо большое. Как вот мне навидаться в гараже? Где гараж? Ах, как он, наверное. Чё, у вас он?
Привет. Ты что такое? Не какая-то. Все разговариваешь. А где мой гараж? А, вот он гараж. Ой, что-то... Что-то нехорошо. Ничего. Что ж тобой, да не упадай. Надо больше отдохнуть. Какой мой гараж? Этот? Какой гараж? Гараж. Какой нам нужен гараж? Кстати, на нем цифра, на других нет. Понятно. Так, что такое? Плохо устроились. Приехала Инга и посмотрите автобус на меня, можно? Все, я навигался. Что же делать? Снова эти американцы. Вот этих американцев. Список обновлен. Вернуть все домой. Ну ладно, пойду домой. Пойду домой. Думаю, сейчас мне плохо, нам плохо не станет. Ладно, не стоит. Тамара Ивановна, прошу. Я к вам не сяду. Поверьте, это очень важный разговор. Не надо меня донимать. Уезжайте. Нет. Не хорошо. Уйдем. Тогда на досуге почитайте вот это. Дело какое-то разумное. Всего доброго. Сюда, не уезжайте. Наедут здесь. А уеду, где я взялся? Дело. Эта музыка запела. Так, что это? Постановление. Акт расследования управления КВСРВ за власти разного допроса свидетелей, ознакомление с материалом проверки выяснили. Антон Владимирович, постановление, старший инженер. Предотвратить, когда будет...
А, понятно. Ой, а чё экран задевняет? А, всё. Анатолий Пришевский. Чего куда? Отдыхает дома. Огни Светлова за историей. Мам, тебе тут дядь Саша коробку принёс. О, это коробку притащили. Чё ещё за коробку? Коробку. Это Надя окно в мир. Цветное. А, цветной телек. Толкунник без любимца. Всему свое время. И видик будет. Рад, теперь газеты не придется читать. Надо антенну из кладовой взять. Да ты заколебал. Сейчас опять ключ, да, блядь? Ну, конечно. Угу. А с кем я разговаривал? Где наша жена? Кухни ее нет. Давайте ее поищем в других комнатах. Где наша дочь? А, они дают нам зайти в эти комнаты. Они заперлись там и сидят. Да ладно, зачем закрывать дверь-то? Все, у нас же недалеко. Сейчас выполним эту часть. И будем заканчивать эту серию. Потому что вторая часть будет. Теперь будет цветной телевизор. Хоп. Красота. 3 недели длилась предвыборная кампания. Наибольшую активность в ней проявили 4 партии. Социалистическая и социал-демократическая. Все отступают, когда так. Дело идет о жизни. А кто мне звонит, когда я отдыхаю? Анатолий Владимирович. Да. Ваша жена скончалась. Следует приехать в больницу и расписаться в акте заключения и врачебной комиссии. Что? Возьмите с собой паспорт. Сегодня сокращенный день, работаем. Ты дебил, Надя! Она же здесь, дома, ты чё? Она же вот дома была. Нет, это неправда. Открой дверь. Открой дверь, сучара. Экран затемняется. Виктор Ирилчик, младший лейтенант. Читает открывки дневника. Ага, они специально... Бедная девочка. Так, а что с девочкой? Дочитайте страницы. А, читайте страницы. Я думаю, это тоже мы пройдем. Ой, продолжить. Все равно непонятно, чего они съехали. Я не знаю, почему они съехали. Это картины. Стоп, а это что такое? А как приблизить? Подожди, это что за дырка? Ай, жопа. Что это за дырка? Ну, это жопа, наверное. Наверное, сидела, лежала и думала, о, нечего делать, ну-ка дырку проковыряю. Забей только. Какие страницы дочитать? Вот зачем она портит такой красивый плакат? Он же, наверное, дорогой. Например, рубль стоит. В СССР еще все за копейки покупали. Ты что, я читаю уже ваши эти дурацкие. А, лечь отдохнуть. Сюда, что ли? Глаза уже слипаются. Надо отдохнуть.
Нет, лейтенант Виктор. Вот, сюда лягу. Надя Плюшевская, 14 лет, убирается в квартире. 19:30. Смотри, сейчас нет дырки. Куда дырка делать? На плакате нет дырки. Смотрите, нет на плакате дырки. Странно. Ну, пофиг, конечно, вообще. Что делать? Протерите пыль. Сухой тряпкой. А тряпка, наверное, на балконе? Ой, а чё с ВПСом? ФПС. ВПС, не подводись. Чё с ППСом? Я думаю, все, можно заканчивать эту серию. Мы как раз уже поиграли долго. Я выпущу новую серию. Все, спасибо. Так. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем спасибо, всем пока. Лучше сначала плиту разожгу. Ну, короче... Сначала давайте разожгем. Пусть на медленном огне стоит. Короче, всем спасибо за просмотр, всем спасибо и всем пока!